水不负一世深情，只身回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边丝雨细如愁，朝来寒雨几回眸，你在哪一方停留？Тихо. Молчи. Они не могли далеко уйти. Ищите. Туда. Вперед. Их здесь нет. Посмотрите там. Кто ты? Что случилось? Почему потеряла сознание? Младший господин, вы в порядке? Вы не ранены? Все хорошо, я в порядке. А с тобой все хорошо? Да, все в порядке. Отлично. Младший господин, за вами погнались убийцы. Я уже не знал, что буду делать. Прекрати ныть, не отвлекай лекаря. Младший господин, вас не было несколько часов, а вы уже нашли где-то девушку? Прекрати нести чушь. Тихо. Эта молодая девушка была отравлена. Яд давали ей в небольших порциях. От этого ее раны не могли зажить и начали гноиться. Если ее продолжили бы травить, то она бы погибла. Ее можно исцелить? Я не уверен, но я попробую.
Однако лечение будет проходить очень болезненно. Боль будет невыносимой. Я выдержу. Девушка, это второй укол. Девушка, третий укол будет ужасно болезненным. Вы выдержите его? Я смогу. Сейчас все хорошо. Я занимаюсь медициной уже много лет, но никогда у меня не было такого пациента. Я должна выжить. Младший господин, она заснула. Вы можете отпустить ее. Все будет хорошо. Младший господин, мы действительно пойдем на это? Даосский мастер очень влиятельный. Если нас поймают, даже министр вас не спасет. Замолчи. Это единственный шанс спасти Вэйян. Я должен сделать это. Пошли. Ваше высочество, практикуетесь в боевых искусствах? Точно. И как только выучу совершенную технику, отработаю ее на тебе. Ваше высочество. Разве это не та девушка, которую вы спасли из пожара? Ей так везет. Вы всегда оказываетесь рядом, когда она в беде. Я встречаю тебя уже второй раз, и оба раза ты была в опасности. Кто же ты такая? Извращенец, почему это снова ты? И кто теперь жертва? Ты хотя бы знаешь, что я спас тебе жизнь. Так ты благодаришь спасителя. Ты спас меня? А кто же еще? Ты видишь еще кого-нибудь тут, кроме меня?
Я тоже тебя спасла. Так что мы квиты. Я спас тебя дважды, а ты меня всего один раз. Ну, какие мы квиты? Дважды? Почему дважды? Я также спас тебя из пожара. Будешь отрицать? Это вы? Так быстро сменила свое отношение ко мне? Я просто удивлена. На меня охотились наемные убийцы, и из-за сильного беспокойства обидел тебя. Приношу извинения. Точно. Эти убийцы... Я ошибалась в вас. Я должна была знать, что вы не из таких. Конечно, не из таких. Мне кажется, что я задолжал тебя в прошлой жизни. Вот почему каждый раз, когда ты попадаешь в опасность, я появляюсь рядом. Нет. Вы дух, которого послали небеса мне на помощь. Дух? Нет, я просто случайно наткнулся на тебя. Ты... Что ты делаешь? Мне нечем отплатить вам за то, что вы дважды спасли мою жизнь. Ты уже признала то, что я спас тебя. И собираешься меня отблагодарить парочкой поклонов? А что вы хотите, чтобы я сделала? Я еще не придумал. Нужно будет подумать об этом в первую очередь. Скажу, когда появится хорошая идея. Я с радостью отблагодарю вас за доброту. Я Ливы Ян. Могу ли я осмелиться узнать ваше имя? Меня зовут Тоба Дзюнь. Госпожа Вэйян, ты еще слишком слаба, оставим разговоры на потом. Отдыхай. Ты себя хорошо чувствуешь? Да. Я скоро вернусь. Вы даже играете на цитре. Удивлена? Вряд ли во всем городе Пин найдется человек, который сравнится со мной. Слушай. Слышал, что музыка цитры способна утешить разум. Сыграю, чтобы ты поскорее уснула. Боги, вы услышали мои молитвы. Я снова столкнулась с ним. Как все прошло, младший господин? Быстро. Я хочу домой. Ты не можешь пойти домой. Я хочу пойти домой. Кто это? Ха-ха-ха!
Дай сигнал господину Ван. Да. А ну стойте! Убейте их! Стреляй! Уходим! Пошли! Не двигайтесь! Мы видели младшего господина. Почему вы не взяли его с нами? Не беспокойся, сейчас еще не время. Наша задача — защищать младшего господина. Иначе никто из нас не сможет отчитаться пред ханом Жоужань. Понял? Да. Как такое могло случиться? Я до сих пор не могу в это поверить. Даосский мастер и вправду занимался такими вещами. Это правда. Его Величество пришел в ярость, когда узнал об этом. Даосский мастер будет публично казнен в назидание другим. К счастью, Ли Вэйян уже мертва. Иначе она могла бы воспользоваться этим. Матушка, вам не следует больше волноваться об этом. Разве даосский мастер не клялся, что она станет преградой на моем пути? Но мы с легкостью от нее избавились. Это доказывает то, что его слова нельзя воспринимать всерьез. Даосский мастер мог быть по-своему безнравственен, но тем не менее, он унаследовал от своего учителя внушающие трепет навыки в гадании. Колесо судьбы мистическое и непредсказуемое. Как мы можем не воспринимать его всерьез? Чан Ле, ты должна запомнить, всегда лучше наносить удар первой. Матушка, вы правы. Но есть еще кое-что. Даосский мастер теперь в темнице. Он не проболтается? Он принимал участие во многих темных делах. Теперь, когда он в беде, многие захотят, чтобы он замолчал навсегда. Не волнуйся, он не скажет ни слова. Что, хочешь научиться играть? Младший господин. Не нужно быть такой вежливой. Называй меня Тоба Дзюнь. Я научу тебя. Я думаю, что ты чувствуешь себя взаперти. Здесь есть чудесное место с прекрасным видом. Если ты не устала, могу отвезти тебя туда.
Лекарь сказал, что ты должна побольше гулять, а не лежать все время в постели. Все хорошо, я могу идти сама. Кто знал, что рядом с гостиницей есть такое красивое место? Я случайно забрел сюда и подумал, что тебе здесь понравится. Здорово, мои любимые цветы. Осторожно! Так много бабочек. Они такие красивые. Как ты так сильно поранился? Матушка, не волнуйтесь, я в порядке. Я немного поспорил с кое-кем. Видишь, я сильный. Что для меня одна или две раны? Минде, хоть ты еще и молод, не следует действовать так опрометчиво. Скажи мне правду. Ты как-либо связан с арестом даосского мастера? Я ничего не сказал. Так я и знала. Почему ты не прислушиваешься к моим советам? Я знаю, что ты хочешь спасти Вэйян, но если твоя тетушка Жо узнает... Матушка, не волнуйтесь. Я уже все объяснил господину Вану. Он не скажет о том, что я тоже участвовал в этом. Ты слишком наивный. Минфэн. Как такой бастард, как ты, осмелился выступить против семьи Ли? Что вы собираетесь делать? Думаете, я преклонюсь перед вами, потому что вы первенец? Я преподам тебе урок. Минде, стой! Матушка! Не иди против Минфэна. Ли Минфэн, вы перегнули палку. Думаете, я вас боюсь? Минфэн, как Минде мог оскорбить вас? Почему вы так взволнованы? Если бы он оскорбил только меня, но он оскорбил всю знатную семью в Пине. Ты связан с этим арестом? Ты так доверяешь господину Вану? Да, я связан с этим. Что ты от меня хочешь? Минде? Как ты посмел поступать так безрассудно? Если бы что-нибудь пошло не так, вся семья Ли оказалась бы вовлечена. Если бы я не проник в дом к даосскому мастеру, бы никто не узнал, что он ворует детей. Минде? Не похоже, что ты изначально знал о его проступках. Ты случайно узнал об этом? Скажи мне, зачем ты проник в его дом? Я... Брат, Минде пошел туда ради меня. Меня мучили кошмары. Я попросила Минде сходить к даосскому мастеру и узнать решение моей проблемы. Кто бы мог подумать, что Минде в сердце все еще ребенок? Вот почему он навлек на себя неприятности. Брат, только я виновата. Матушка, пожалеешь Розги и испортишь ребенка. Семья Ли не будет уничтожена вашими руками. Я... Что ты делаешь? Матушка, я отвечу за то, что совершил. Не берите на себя всю вину. Минде. Я проник ночью в дом даосского мастера, чтобы найти доказательства его преступлений. Думаю, его подстрекнули навредить Вэйян. Теперь, когда доказано, что он мошенник, его словам нельзя доверять. Дядя, пожалуйста, верните Вэйян домой. Она все-таки ваша дочь. Почему закрываете глаза на ее страдания? Ты вправду подверг семью Ли опасности ради Вэйян? Тогда выходит, что даосский мастер был прав. Ли Вэйян действительно ведьма. Я всегда был честным и праведным, никто не может обмануть меня. Тем не менее, вы, тетя, почему вы придираетесь к Вэйян? Как ты разговариваешь с моей матерью? Минфэн! Как ты смеешь? Убери свои руки! Минфэн, отпусти его! Старшая госпожа, что вы делаете? Ты? 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 Послушайте, что я вам скажу.
Я должна вернуть Вэйен домой. Она вернется домой со всеми почестями. Старшина Ло, поедешь и заберешь вторую младшую госпожу. Что до процессии, чем пышнее, тем лучше. Я не хочу, чтобы кто-то принижал дочь семьи Ли. Слушаюсь, старшая госпожа. Это предательская шайка жуликов. Они понапрасну заставляли мою внучку пройти через такие испытания. Я не позволю, чтобы подобное еще когда-либо повторилось. Боюсь, что уже слишком поздно. Я задавалась вопросом, почему даосский мастер был разоблачен в столь важный момент. Оказалось, что Ли Минде стоит за этим. Жаль, что Ли Вэйян уже мертва. Его усилия напрасны. Этот бастард всегда перечит мне. Я избавлюсь от него. Даосский мастер имел дела со многими знатными семьями. Кто-нибудь разберется с Лин Минде, если я раскрою то, что он виноват в аресте даосского мастера. Минфэн, ты не должен действовать безрассудно. Почему, матушка, разве вы не хотите избавиться от него? Как только он умрет, госпожа Джоу больше не будет на кого положиться. К вам перейдет имущество. Ты испытаешь минутную радость, избавившись от Ли Минде. В то же время кто-нибудь сможет этим воспользоваться, чтобы навредить тебе и отцу. Ли Минде все еще часть семьи Ли. Если ты желаешь избавиться от него, можешь это сделать втайне. Матушка, вы тщательно все продумали. Младший господин, разве старшая госпожа не послала своих служанок вернуть госпожу Вэйян? Почему вы так печальны? Ты не понял? Госпожа Ли собирается убить Вэйян. Хоть она и приняла решение бабушки, это выглядело очень подозрительно. Какой бы властной ни была госпожа Ли, она должна подчиняться старшей госпоже. Мне кажется, вы преувеличиваете. Я надеюсь на это. Впрочем, своим решением спасти госпожу Вэйян вы сильно их оскорбили. Мне что, их бояться? Пошли. Навестим мою матушку. Она, должно быть, сильно волнуется. Ваше Высочество. Она только что приняла лекарство. После него она всегда засыпает. Прости, что не буду прощаться. Я верю, что скоро мы еще раз встретимся. Попроси хозяина найти ловкую служанку. Ваше Высочество, нам нужно поспешить. В письме говорится, ее высочество серьезно больна. Кстати, что тебе удалось узнать? Я нашел этого одного из убийц. Это оружие, которое оставил наследный принц, когда напал на Южные династии. Есть отметины Южных династий. Он был позже дарован принцу Дунпину за его достойную службу. Может ли... Мы не можем обвинять дядю, имея лишь один кинжал. После того, как умер наследный принц, принц Дунпин то и дело цепляется к вам. Вы не хотите задерживаться, чтобы не видеться с дядей? Как думаете, кто мог устроить на вас засаду? Это каким-то образом связано с принцем Дунпином. Мы дядя и племянник. Можно сломать кости, но сухожилия останутся прочными. Можно объяснить любое недоразумение. Недоразумение? Ваше Высочество, эти убийцы чуть вас не убили. Пошли. Ваше Высочество, все идет, как вы и ожидали. Принц Гаоян нашел подсказку. Теперь он подозревает принца Дунпина. Чинань, ты знаешь, зачем я держу рыб? Мне нравится, как они соперничают, когда я бросаю им пищу. Что может быть интереснее? Ваше Высочество, принц Дунпин желает видеть вас. Его паланкин ждет снаружи.
Ваше высочество? Брат Хань, оставим церемонию. Здесь говорится, что я позволяю своим людям грабить местных. Взгляни. Нового наследного принца вот-вот объявят. Если отец узнает об этом... Вот именно. Я смог перехватить это, но будут и другие. Отец в любом случае узнает. Ты знаешь, что отец никогда бы не позволил кому-либо в армии притеснять мирных жителей. Однако, если я не буду поощрять своих солдат, кто захочет отдать за меня свою жизнь? Юй, у тебя всегда есть отличная идея. Ты должен найти для меня решение. Не волнуйтесь, я могу вам помочь. Но для начала вам нужно приструнить ваших людей и возместить нанесенный ущерб. Выгоните тех, кого должны. Повесьте одного или двоих в наказание за преступление, и тогда ваша репутация очистится. Даже если кто-нибудь захочет вас обвинить, у него ничего не выйдет. Уж поверь. Но если я так поступлю, не вызовет ли это возмущение в армии? Если понадобится, вы задобрите их другим способом. Хочешь, чтобы я им выдал деньги? Хорошо, я поступлю так, как ты говоришь. Дзянзо, да, займись этим делом. Слушаюсь, ваше высочество. Главный советник Лю. Как он посмел идти против меня? Этот господин Лю... Говори, не скрывай ничего. Я слышал, что господин Лю каким-то образом связан с покойным наследным принцем. С наследным принцем Цзинму? Тоба Цзюн скоро вернется в Пин. И как раз перед его прибытием, один из бывших сторонников его отца обвиняет меня в преступлениях. Наследная принцесса, Тоба Цзюн. Вы коварны. Какие же вы коварные! Ты? Вы проснулись, госпожа? Где молодой господин, который заботился обо мне? Он уехал, он заплатил за все расходы и лечение. Он надеется, что вы вскоре поправитесь. Уже уехал? Он не оставил для меня записки? Нет. Почему же он не попрощался со мной? Неужели случилось что-то серьезное? Но что могло случиться, чтобы он даже со мной не попрощался? Госпожа, куда вы идете? Госпожа!相思情长一夜愁，分别这夏意之流，追着天涯厮守，谁先我马首？一梦恍然就如昨，一心恋上风雨过，恩怨过错，潮起潮落又起多。
Возможно, я была простой незнакомкой, что встретилась ему на пути. Я ничего для него не значу. Все хорошо. Я больше не буду об этом думать. Матушка! Матушка! Дюн! Ты дома, Дюн! Ты наконец-то дома, Дюн! Дай взглянуть на тебя. Не сильно ли ты изменился? Ты выглядишь хорошо. Разве вы не серьезно больны? Как вы себя чувствуете? Сейчас все хорошо. Перестань меня крутить. Неужели ты хотел увидеть меня тяжело больной? Конечно, нет. Но письмо... К счастью, Чан Ле подала мне хорошую идею с письмом. Иначе когда бы я наконец смогла увидеть своего непутевого сына? Старшая молодая госпожа из семьи Ли? Старшая госпожа из семьи Ли. Ты оставил дом около года назад, а уже так официально к ней обращаешься. Неужели ты позабыл, что ребенком хотел жениться на ней? Это было так давно. Я был таким юным. Зачем вспоминать об этом? Теперь, когда я вижу, что матушка здорова, я могу не волноваться. Вы до смерти меня напугали. Я так спешил домой, что мой конь чуть не умер. Я хотела тебя напугать. Я хотела, чтобы ты загнал своего коня. Иначе как бы ты поскорее вернулся домой? Дзюн. Уже прошло столько времени. Ты знаешь, как я сильно скучала. Я знаю, что ты не хотел оставаться при дворце после смерти твоего отца. Впрочем, ты не должен был надолго оставлять свою мать. Я был плохим сыном, но теперь я всегда буду рядом с матушкой. Правда? Обещаю. Вот и хорошо. Младшая госпожа, Зэянь. Зэянь, я вернулась. Теперь все хорошо. Мы можем вернуться домой. Где младшая госпожа? Ей лучше? Младшая госпожа. Младшая госпожа. Где младшая госпожа? Куда она пошла? Говори скорее. Она умерла. Младшую госпожу забрали и оставили в горах. Что ты сказала? Ты сказала, что вторая младшая госпожа умерла? Это они сделали. Приберитесь в комнате. Они оставили ее в горах. Ты, подойди сюда. Объяснись немедленно. Я не виновата в этом. Вторая младшая госпожа была едва живая. Я боялась, что она умрет в поместье старшей госпожи и навлечет на нее беду. Я приехала сюда вместе со старшей госпожой, когда она вышла замуж. Чьи интересы могла я защищать, кроме старшей госпожи? Даже если это так, как ты могла так обращаться с младшей госпожой? Я доложу об этом старшей госпоже. Посмотрим, как старшая госпожа с тобой поступит. Тетушка Цуй, ты была старшей служанкой госпожи. Ты должна хорошо знать правила поместья семьи Ли. Кто бы ни посмел навредить господину или госпоже, должен умереть. Уведите ее. Заприте ее. Пощадите меня. Пощадите меня. Как ты могла позволить ему увести младшую госпожу? Разве она не спасла нас? А как она с нами обращалась? Как ты могла забыть об этом? Мне очень жаль. Это все моя вина. Я была очень напугана. Байджи, ударь меня. Забей меня до смерти. Забей меня до смерти. Мы можем послать побольше людей в горы на ее поиски. Посмотрим, может, мы сможем найти вторую младшую госпожу. Успокойтесь. Я здесь. Младшая госпожа! Младшая госпожа. Госпожа Вэян, это вы? Да. Я вернулась. Младшая госпожа, это действительно вы?
Младшая госпожа, вы здоровы. Только посмотри на себя. Можно подумать, что ты увидела призрака. Это здорово! Младшая госпожа жива! Это чудесно! Глупышка, твоя младшая госпожа так просто не умрет. Что с вами случилось, младшая госпожа? Оказалось то, что я очень везучая. Младшая госпожа, это моя вина. Я не сумела вас защитить. Прошу, накажите меня. Все хорошо. Цзиянь, эти женщины были очень жестоки. Как ты могла противостоять им в одиночку? Я не виню тебя. И перестань сама себя винить. Благодарю вас, младшая госпожа. Все хорошо теперь. Младшая госпожа, ваши раны зажили? Разве я плохо выгляжу? Мы скоро вернемся домой. Дорога впереди для нас будет тяжелее, чем когда-либо. Мы должны вернуться с высоко поднятыми головами. Я немедленно пошлю кого-нибудь к старшей госпоже, чтобы сообщить, что вторая младшая госпожа чувствует себя хорошо, и мы возвращаемся в поместье Ли. Вторая младшая госпожа вернулась домой. Я слышал, что у министра есть дочь, но не знал, что у него их двое. Такой шикарный паланкин, должно быть, она необычная девушка. Точно, такая пышная свита. Ради ее возвращения в поместье даже дорогу расчистили. Вторая младшая госпожа прибыла. Приветствуйте вторую младшую госпожу. Чи Юньчжоу. Не думала, что я вернусь. Вторая младшая госпожа.天赋，不自觉能牵你小包。